Всем привет! Сегодня хочу показать способ, как быстро очистить стеклянную дверцу духовки или стеклянную посуду для запекания от застаревшего жира. Мне понадобится сода и кусок фольги. Фольгу смочила водой и очищаю загрязненную поверхность. Вот так вот просто, без применения вредной бытовой химии, можно очистить любую стеклянную поверхность. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока!